поколение, которое через совсем небольшой промежуток времени, в 1506 году, был найден Аполлон Бельведерский. Покажи, пожалуйста, нам. Вот Аполлон Мусагет, предводитель Мус, прекрасный. Это тоже римская копия. Это все не оригиналы, но это копии, созданные римлянами по греческим оригиналам. То есть это невероятно ценные, причем это копии, созданные в мраморе. Это не отливки, а это высокого уровня работы. И, значит, начала пополняться вот эта вот папская коллекция мраморами. Еще одно совершенно потрясающее произведение. Это так называемый Бельведерский торс. Он тоже в то же время, что Аполлон Бельведерский, близко по годам был найден. У этого произведения есть очень интересная история. Когда один из пап, который в то время, так сказать, возглавлял католическую церковь, увидел этот шедевр, он призвал к себе Микеланджело и попросил Микеланджело доработать этот мрамор в недостающей части. Вы понимаете, да? Что и верхняя часть этого торса, то есть плечи, голову, руки, и нижняя часть ноги, должен был доделать Микеланджело. Но все знают, какой у Микеланджело был характер. Или надо рассказать? У Микеланджело был характер очень своенравный. Он был человеком, который мог не прислушаться к словам папы. Он сам себе был и папа, и мама. Поэтому, так сказать, он поступал так, как сообразно его мыслям. И он папе в глаза сказал, что я не прикоснусь к этому произведению. Это величайшее произведение человеческого гения. И я не имею права даже стеком прикоснуться к этому камню волшебному. И папе пришлось смириться. Этот торс мы тоже видим с вами в одной из галерей статуи, которая сразу одна из первых, когда мы идем в музей Ватикана, нас приводят к скульптурам. И еще я хочу показать следующую работу. Любимый человек императора Траяна Антиной. Я вам хочу сказать, что Антиной считался всегда одним из самых красивых юношей Греции. А учитывая, что наша академическая система образования художественного вся построена на греческих, римских образцах, копиях и так далее, и в Украине, и в России, на всем постсоветском пространстве, и классическая школа рисования в Европе, она вся построена на том, что когда студенты учатся, когда студенты хотят стать художниками, они без конца рисуют вот эти гипсы, которые сделаны по Давиду, по Антиною и по другим замечательным образцам скульптуры. Я этого Антиноя рисовала до бесконечности, потому что я по первому образованию, кто еще не знает, я художник. И я этого Антиноя рисовала и фас, и в профиль. И прическа у него иногда, его изображают в таком венке из роз. И он весь, голова украшена изумительно красивыми розами мраморными и так далее. Рисовала бесконечно. И с моей точки зрения человека, который не просто посмотрел и пошел дальше, а человека, который долгими часами рисовал это лицо. Он действительно идеален. Он абсолютно идеален с точки зрения пропорций тела человеческого. Это нечто совершенное. Вот рядом с ним только такой же красавец, не менее, так сказать, красивый. Потому что тело Антиноя задрапировано, непонятно, что там внутри. Ну, то есть мы догадываемся, что красивый атлет. Тело Давида Микеланджело может только состязаться. Другой такой скульптуры по красоте мужского тела
нет в античности. И вот представьте себе, мы заходим в эту галерею замечательных скульптур, и как бы таким последней каплей такой наслаждения служит статуя Нила. Покажи нам Нил, пожалуйста. На вот этом роскошном божестве, которое олицетворяет плодородие Нил, на нем сидят 16 младенцев. И эти 16 младенцев повторяют колено Нила. То есть только же раз эта величественная река делает повороты. Поэтому эти младенцы не случайны, и не случайно их количество. Эти скульптуры начинают, то есть они как бы открывают нам двери в Ватиканский музей. И образно, и прямо. А помните, я вам говорила, когда мы говорили с вами о Флоренции, и о галерее Уффици, и о галерее Барджелло, я вам говорила, вот я сейчас из монолога войду в диалог. Почему надо сперва, когда ты приезжаешь в какой-то такой потрясающий город, сперва смотреть скульптуру, а потом смотреть живопись? Почему это моя, так сказать, твердая уверенность, которую я хочу вам принять? Как вы думаете? Кто-то помнит, может? Монохромное изображение. Монохромное еще. После живописи до скульптуры не дойдем. Антон, у вас, ну, как бы посыл правильный, вы недоаргументировали. Еще, может быть, кто-то помнит. Почему надо начинать всегда со скульптуры? И почему, Танечка, это ты была со мной во Флоренции, когда мы в Барджелло были, да? Ты помнишь, что мы от площади Синьории пошли в Барджелло? Я не помню, меня кто-то спрашивал, почему не в Уффици, почему в Барджелло. А я сказала, что в Уффици завтра. Мы не успевали все равно, уже было так ближе к закрытию. Но ты решила, что не успевали. Ну, может быть. Я доверилась вам. Да, доверьтесь опытному. Друзья мои, скульптура имеет два момента, которых не имеет живопись. Первая, она монохромна. Хотя древние античные статуи были раскрашены. Это нам они уже достались монохромными. Поверьте мне, что и Антиной подлинный, и Аполлон, и Зевс, и Геракл, все те, которые стоят сегодня в Риме, во времена, когда делались эти античные статуи, у Зевса были голубые глаза, они были инкрустированы топазами. У Антиноя были синие глаза, они были инкрустированы сапфирами. Это были статуи цветные, потому что греки не воспринимали статуи, не похожие на себя. И культ тела, культ красоты, Олимпийские игры и так далее предполагал, что статуи будут цветными. Потом делались копии, в римские времена статуи стали белыми. Итак, у нас монохромная статуя. И статую можно обходить вокруг, в отличие от живописи. И не просто можно, а необходимо обходить вокруг, потому что когда мы обходим вокруг статуи, нам открываются абсолютные чудеса. Пример. Знаменитая работа Микеланджело Брут. Помнишь, Танюша, я обращала внимание на это чудо превращения с Брутом. То есть вы смотрите перед вами, когда вы смотрите анфас или три четверти, перед вами лицо прекрасного такого военного человека, политика, мужественного, смелого, абсолютно уверенного в себе. Первое впечатление. Вы начинаете обходить. И вдруг происходит превращение. Уголок рта опущен вниз. Дряблая щека. И немножечко опущена века. И вы видите, что вот это вот предательство, которое было сделано по отношению к Цезарю,
знаменитая фраза «И ты Брут», и Брут, который первый нанес удар кинжалом. Своего лучшего друга Цезаря убил именно он. Вот это все читается в этой скульптуре. То есть, если ты знаешь историю Брута, то она проступает совершенно четко в этой скульптуре. Поэтому скульптуру всегда надо обходить вокруг, открываются чудесные вещи. Но скульптура, конечно, не так ярко впечатляет, как живопись, потому что она без цвета. Поэтому первые музеи Ватикана, правильно, что нас ведут всегда там, где скульптура.